Какой прекрасный день! И Кен здесь со мной. Вау, он такой красавчик. Эй, красотка, посмотри, что у меня есть для тебя. О, Кен, это так романтично, спасибо. Поцелуй русалку. Что? Прости, Барби, русалка лучше. Идем, Кен. Конечно. Оставь эту уродину. О, нет, ему больше нравятся русалки. Что со мной не так? Что? Ноги? Точно, вот в чем дело. Но никакие трудности меня не остановят. Ну что мне нужно сделать? Если хочешь стать русалкой, тебе понадобится хвост. О, надеюсь, боли не будет, но ты права, за работу. Во-первых, надо сменить обувь. Это подойдет мне гораздо больше. И немного скотча. Вот так. Отлично. И теперь мне нужно что-то блестящее. Попробуй это. Ой, нет. А вот это как раз то, что мне нужно. Нужно высыпать блестки сюда. Чем больше, тем лучше. Красивый и блестящий. Готово. Платье? Нет. Теперь я выгляжу потрясающе. А теперь нужно, чтобы бюстгальтер сочетался с хвостом. Что? Ну ладно. И что я могу для этого использовать? Может, вот это? Давайте примерим цветы. Нет, не лучший выбор. Что у нас тут? Стиль желтая пресса? Нет. Мои малыши тоже нет. Что же делать? Это так трудно. О, вот это мне нравится. Нужно примерить. Прекрасно, так красиво и модно. Но мои волосы, у всех русалок такие яркие и причудливые волосы. Нужно подобрать цвет. Зеленый? Нет. Оранжевый? Нет. Желтый? Выглядит лучше, но нет. Красный? Да, это может подойти. Нужно добраться до стиральной машинки. Вот она. Я положу сюда носок. И свои волосы. Включаю машинку. Ой, ну это того стоило. Вау! Одежда. Упс. Это была не я, ребята. Наконец-то. Что? Мне срочно нужно все стереть. Упс. Где это было? Мне нужно вернуть свое лицо. О, это снова я. Но я все равно не похожа на русалку. Хорошо, нужно воспользоваться необычными тенями для век. Вот так. Ага. И нанести на глаза. Ага. Результат блестящий. О, в животе урчит. Нужно заказать еду для настоящих русалок. Тук-тук, русалочья доставка еды. Ой, как быстро. Что у нас здесь? Рыба. Фу, так воняет. Но знаете что? Мне все-таки это может пригодиться. Я надену сетку на лицо. Вот так. Выберу подходящий цвет теней и аккуратно нанесу его с помощью кисточки. Очень аккуратно. Можно снимать. Вот и все. Я такая красивая. А что у нас здесь? Жемчуг. Потрясающе. Его тоже можно добавить. Вау, просто фантастика. Ой, что это? Письмо? Помогите? А, неважно. Нужно попить воды.
Ой, Кен, я хочу, чтобы однажды ты стал моим. Да, красотка. А? Ой, что произошло? Мои губы. Хотя не все так плохо. Только давайте теперь попробуем это сделать с помадой. Ее нужно совсем немного. Вот так. И вуаля. Прекрасно. Подождите, серьги, они мне пригодятся. За работу. Нужно просто выбрать форму. И добавить деталей в русалочьем стиле. Теперь нужно приклеить все части очень осторожно. Добавим жемчуг и блестки. Почти готово. Посмотрим. Первая и вторая. Как раз то, что мне нужно. Теперь я похожа на русалку. Ура! Ну как, нравится, как я выгляжу? Ты выглядишь идеально! Кен ждет! Да! Тук-тук! Подождите, кто бы это мог быть? Русалочья доставка еды. Что? Я его не заказывала. Минуточку. Этот голос, это... Вау, Барби, ты такая красотка. О, Кен. Барби. Уже пора вставать? Я так крепко спала. Доброе утро, мир. Пора готовиться. И я начну с чистки зубов. Мятная свежесть. Завтрак чемпионов и много кофе. Вкусно. А мой наряд? Идеально. Эй, что происходит? Странное ощущение. Здесь воняет. Ух ты, что это за место? О, привет. Что ты здесь делаешь? Я Тимми. С дороги. Вау, какое интересное место. О, я больше не в доме Барби. Что она делает? Привет! Кто ты? А, гадость! Ты очень похожа на мою куклу! Невероятно! О, это Барби! Вы должны это увидеть! Вау, она настоящая! О, ух ты, посмотрите на ее обувь! Вау, о, какие о, у тебя потрясающие! Какая ты красивая! Давайте заглянем ей под юбку! Да! Извините, мне пора! Но, Барби, ты подожди! Не можешь уйти! Барби! Хватит меня преследовать! Держите ее! Подождите, я, кажется, заблудилась. Иди сюда! Привет, Кен! Держи! О, кажется, она здесь! Ты не видел Барби? Нет, извините. Что? Я делаю уборку. Тут так грязно. Чуть не попались. Это точно. Я скучаю по твоей старой одежде. Так гораздо красивее, правда? Слушай, нам нужно выбираться отсюда. Быстрее, давай! Эй, где Барби? Заходи! Такой джентльмен. Никуда не ходи, хорошо? Хорошо. А, о, вау! Что за сумасшедшее? Эй, что ты делаешь? Эй, а? О, какое-то странное ощущение. Посмотрим. Это какая-то коричневая слизь. Это просто шоколад. Кажется, мы от них отбились. Но лучше все равно спрятаться. Лежи тихо, ладно? У нас мало времени. Привет, братишка, я дома. Привет, как дела? Что ты с ней сделала? Тимми, давай поиграем. Ну же, есть Барби без головы. Может быть, в другой раз, хорошо? Ладно. Но ты следующий. Ее нужно лечить. Все чисто. Это было ужасно. Мне нужно вызвать врача. Ты сказала врача? Никто не отвечает. Алло,
Есть тут кто? А что там по телевизору? Срочные новости! Сегодня вечером в школе Лала Хай Скул была замечена Барби в реальной жизни. Если вы располагаете какой-либо информацией о ней, пожалуйста, позвоните по этому телефону. А тебе говорят в новостях! Так ты и правда? Барби? Алло? Есть тут кто? Да, я настоящая. Мое такси. Пока! Подожди, ты же не поместишься в эту штуку! Думаю, эта машина для тебя маловато. Не получается! Барби, все будет хорошо! Я хочу домой! Подожди, я знаю, как тебя развеселить! Я скучаю по своему дому! Что это за запах? Вау, мне нравится! Я люблю фрукты! И запах такой приятный! Вау, как вкусно! Я больше Я заказал хочу. Пиццу! Что ты делаешь? Хочешь попробовать? Нет, у меня есть настоящая еда, видишь? Вау, как интересно! Это сыр? Какой славный праздник! Так, подожди, хорошо? Тебе нужно откусить кусок и прожевать! Видишь? Откусить и прожевать? Вау! Я никогда не пробовала ничего подобного! Это похоже на праздник во рту! Я плаваю в соусе! Еще сыра? О, да, пожалуйста! Это лучшая вещь в мире! Вау, это так вкусно! Я не хочу прекращать есть! Еще, еще, еще! Но я съел только один кусок! Это было невероятно! Что случилось с моим животом? Я чувствую, что сейчас лопну! Ты просто объелась! Не волнуйся, я тебе помогу! Та-дам! Что это такое? И как его использовать? Тебе просто нужно тужиться! Тужиться? Я тебя поняла! Кажется, получается! Барби? Ты закончила? Теперь Вау! Ты сходила в туалет? Ладно, неважно! У меня есть для тебя сюрприз! Готова? Вау, сколько тут одежды! Я в раю! И все розовое! Потрясающе! Я хочу примерить все! Первый? Отлично! Идеально подходит для пляжа! Лови! А как насчет этого шелкового наряда? Просто роскошно! Или, может быть, что-то более спортивное? Что скажешь? Черт, как же мне скучно! Видимо, она что-то нашла. Еще? Она увлеклась. Думаю, этого достаточно. Эй! Привет, ребята! Вы не слишком любите разговаривать, да? Это невежливо. Но у меня появилась идея. Будет весело. Барби, ты где? Так странно. Барби? Ты нашел меня? Посмотри. Мы отлично смотримся вместе. Ладно, согласен. Видно? Идем. Хорошо. Думаю, пора выбрать новые туфли. Садись. Мы быстро подберем тебе обувь. Покажите ей. Вам что-нибудь понравилось? Какие милые. Нет, каблуки. Эти лучше. Поверь мне, просто примерь их. Ну же, давай. Я знаю, что это твой размер. Еще чуть-чуть. Не уверена, что ну это уже. Мой размер. Ну же, осторожно. Ничего себе. Вы меня чуть не убили. Но спасибо за покупку. Карты или наличные? Так дорого. Не волнуйся, я заплачу. Да. Наличные, пока. Пожалуйста. Какая милая пока. Пара. Минуточку! Это же игрушечные деньги! Не могу поверить! Меня ограбили! Кто-нибудь позвоните в полицию! Помогите! Моя жизнь окончена! Дом, милый дом! Какой веселый! Зависит от того, сколько у меня денег! Да, я знаю! У меня будет для тебя сюрприз! Сюрприз? Эй, Свет! Эй, есть кто-нибудь дома? Кто там?
Что это за свет? Эй! Подождите, это та самая безголовая кукла! О, бедная Барби! Подождите, их так много! Ужас! О, нет! Я не позволю этому случиться со мной! Мяч? О, это сестра Тимми! Привет! Именно! Привет, Барби! Давай поиграем! Барби, я дома! Что за... Не передашь мне сахар? Тимми, ты вернулся! Хочешь присоединиться к нам? Нет, спасибо! Все в порядке! Можно мне поиграть на улице? Да, конечно! Спасибо! Это было весело! Это точно! Пока! Пока! Она очень изменилась! Да! Ой, смотри, она оставила своих Барби! Привет, Барби! Привет, Кен! Итак, смотри! Что? Садись! А? Пора тебя немного преобразить. Сиди смирно. Что ты сделала с моими волосами? Я чувствую, что изменился. Ты выглядишь потрясающе. А это мой дом. Ух ты. Ты хочешь, чтобы я пошел в твой мир? Если ты сам этого хочешь, с удовольствием приму тебя. Ну так... Я бы с удовольствием посмотрел, где ты живешь. Я так рада. Заходи. Добро пожаловать в мой мир! Круто! Здесь так мило! Привет, Барби! Привет, Кен! Привет, Барби! Привет, Бритни! Эй, я нашла ее! Она здесь! Не могу поверить, она здесь! Барби! Мы тебя любим! Нет! Привет! Спокойно! Приятно познакомиться! Нет! Мои волосы! Эти фанаты сводят меня с ума! Я не могу так жить! Я ненавижу эту популярность! Где она? Я ее не вижу! Туда! Пошли! Она исчезла? Мусор воняет! Привет! Помоги мне, пожалуйста! Не может быть! Ты и правда Барби? Ты такая красивая! Только не начинай! Подожди! Не отходи от меня, хорошо? Ты ее видела? Аккуратнее. А я пошла туда. Барби! Барби! Они ушли? Они даже не подозревали, что я там была. Но я больше не хочу сидеть в мусорке. Спасибо. Теперь я воняю. Ой, подожди! Я должна остаться здесь. Заходи. Тебе тут нравится? Не обращай внимания на эти штуки. Это все я сейчас уберу. Подожди, не смотри туда. Тебе нравятся розовые стены, верно? Больше никаких плакатов. Да, неважно. Я все уберу, не волнуйся. Не получается. Что это? Прямой эфир? Срочные новости. Барби потерялась? Срочная новость. Последний раз Барби видели возле бассейна. Завтра на северо-западе. Да, мы усердно работаем над поиском Барби. Привет, мам. И мы ее найдем. Уверен, что больше ничего не происходит. Кто бы это мог быть? Я посмотрю. Правда? Опять Кен. Поговори с ним. Ладно. Кен? Барби, где ты? Не звони мне больше. Пока. Снова она драматизирует. Больше никакого телефона. Я хочу есть. Свой телефон. Ау! Есть ли здесь что-нибудь вкусное? Молоко? Мне подходит. Вот так. Отлично. Класс. Освежает. Вкусно. Не знаю, что я только что увидела, но я думала о пицце. Держи. Обожаю пиццу. Начнем с сырной. Я научу тебя, хорошо? Открывай рот пошире. Теперь кусай. Молодец, Барби. Продолжай. Что дальше? Серьезно? Я что, все должна тебе показывать? Жуй. И еще, 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 еще и еще. Понятно? Теперь можешь проглотить. Так вкусно. Рада, что тебе нравится. Вау, это было восхитительно. Я хочу всю пиццу. Как быстро вообще можно жевать? Рада, что тебе нравится. Ой, я просто не могу насытиться. Что это? Интересно, мне нравится. Хотя... О, девочки! О, яйца! Их уже можно есть. Спасибо. Да не за что, мам.
Не могу поверить, что ты это сделала. Что? Заткнись. Ненавижу будильники. Боже, как крепко я спала. Оу, я чувствую себя отдохнувшей. Какой прекрасный день. Я выспалась. Доброе утро. Для начала нужно сходить в душ. Оу, звучит здорово. Я так устала. Мыло пахнет просто великолепно. Я не могу стоять. Оу, пора почистить эти зубы. Мне пора. Хорошая идея. Мне нужно идти в школу. Я пойду с тобой. Правда? Ну, не знаю. Барби, дай потрогать твои волосы. Это правда ты? Мы тебя любим. Помогите. Я бегу. Ладно, в этом тебе идти нельзя. Вот. Вау. Итак, выбери свой наряд. Сколько одежды. Сейчас. Что скажешь? Люблю оттенок пыльной розы. Ну? Посмотрим. О, нет. Правда? Ладно. Как тебе такое? Нравится? Да ладно. Не-а. Тебе не угодишь. Хорошо, еще раз. Та-да! Это мой любимый Барби. Наряд. Барби, точно нет. О, надевай. Правда? И это. Вау, здесь нет розовой одежды. Нужно еще кое-что. Вау. Теперь другое дело. Я как фиолетовая принцесса. Нам еще нужно разобраться с твоими ногами. Пока-пока. Настало время для чего-то нового. А у тебя ступни вообще гнутся? Они как будто каменные. И что я ты делаешь? Пытаюсь их выпрямить. Да, наконец-то. Нет, все что угодно, только не плоские ступни. Мне конец. Моя истинная сущность. Как вы, люди, ходите? Вперед, Барби, шевели ногами. Вперед, вперед, вперед. Доброе утро, сэр. Можно нам сесть? Садитесь. Супер, у меня получилось. Барби, где она? О, нет. Привет, Кен. Перестань меня так называть. Садись. Привет, Кен. Что? Кто такой Кен? Я Крис. Ну же, Барби! Она никогда не научится. Почему она не хочет сесть? Дайте-ка подумать. Я ее где-то видела. Это Барби? О, нет. Да я просто поздоровалась. Это очень странно. Они как близнецы. Ты уверена? Ничто не проходит мимо меня. Это очень подозрительно. Я не понимаю, о чем ты. Кажется, это перебор. Я хочу взглянуть в твои глаза. Приятно познакомиться. Конечно, ты не Барби. Барби гораздо красивее, верно? Подождите, что это? Это штрих-код Барби. Я все вижу, это правда? Сейчас проверим. Где твой код? Смотрите, вот он. Я так и знала. Ребята, это же Барби. Что? Вообще-то, так и есть. Пока. Она действительно только что сделала это. Эй, подожди! Все за ней! Вперед! Стоять! Думаешь, что ты самый быстрый? Я буду первым! Серьезно? Давайте, чего мы ждем? Ой, нет! Скорее! Нет! Давай, 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 давай! Барби, подожди! Мы тебя любим! Быстро! Сюда! Увиденного не развидеть! Барби! Барби, подожди! Надеюсь, тут никого нет. Беги! Иди к нам! Мы любим тебя, Барби! Быстрее, ребята, у нас есть это! Ту-ту-ту-ту. Не шевелись! Наконец-то! Я больше не хочу быть Барби! Но это так весело! Ты такая популярная! Разве это весело? Подожди! Она похожа на тебя! О чем это ты? Я хочу избавиться от проблем! У меня есть идея! И эти туфельки мне помогут. Понимаешь? Вот так. Есть. Какие миленькие. Хочешь примерить их? Однозначно. Это мой размер. Я уже чувствую себя потрясающе. Но мне нужно научиться ходить на каблуках. Я падаю. О, нет!
Я знала, что так и будет. Одежда! Подождите, мне кажется, или тебе очень идет? Эй, смотри, так красиво! А ну-ка, давай! О, о чем это ты? Твой выход! Да! Это Барби! Здесь так много людей! Ты справишься! Вперед! Наверное, Барби, все потому, Барби, что я мы тебя любим! Великолепно! Ты потрясающая! Но мне все еще нужно к ним привыкнуть! Помогите! Кто-нибудь видел это? Ой, вы можете мне помочь? Я должен это запустить. Это так подло. Я помогу тебе. Давай, уходим отсюда. Ладно, хорошо. Карма не дремлет. О, боже. Это я сделала? Вы все получите по заслугам. Я проклинаю вас всех. Всех вас. Может, они забудут? Мы никогда не забудем об этом, Барби! Что ж, зато я хорошо выгляжу. Это точно!